Всем привет! Друзья, все вы знаете, что я живу в Украине. И мы, украинцы, очень любим сало. Поэтому сегодня я приготовлю очень вкусное и ароматное маринованное сало. Если вы также любите сало, обязательно ставьте большие жирные лайки под этим видео. Ну а мы начинаем готовить! Начну приготовление из того, что приготовлю маринад. Холодную обычную воду я вылила в кастрюлю. Хочу сказать несколько слов по поводу соли. Для этого рецепта можно использовать как свежее сало, так и немножко присоленное сало. Если вы будете использовать свежее сало, то соли понадобится 200 грамм. Если вы будете использовать немножко присоленное сало, то соли понадобится 150 грамм. К воде я добавляю соль, сахар и добавляю приправы. У меня перец черный горошком, перец душистый горошком, лавровый лист и приправа к салу, которую можно купить в любом магазине. Теперь все это отправляю на плиту. Маринад нужно закипятить. Пока маринад закипает, подготовлю сало. Его нужно нарезать на не сильно большие кусочки. Сало я подготовила. Маринад у меня закипел. В кипящий маринад отправляю сало. С момента закипания сало проварю на среднем огне 10 минут. Сало я проварила в маринаде. Кастрюлю накрываю крышкой и оставляю сало в маринаде до полного остывания. Сало в рассоле полностью остыло. Теперь рассол нужно весь слить, он нам больше не понадобится. С помощью бумажных полотенец сало нужно хорошенько обсушить от лишней влаги. Обсушенное сало я переложила в миску. К салу я добавляю приправы. Перец черный молотый, перец красный молотый, молотую паприку и приправу к салу. И сюда же выдавливаю чеснок. И все хорошенько перемешиваю. Сало я хорошенько перемешала. Перекладываю его в чистую сухую банку. Банку с салом закрываю плотно крышкой и отправляю сало в холодильник как минимум на 4 часа. Нужно, чтобы сало хорошенько охладилось. Сало хорошенько остыло, и теперь можно сказать, что маринованное сало готово. Сало по этому рецепту получается очень вкусным, пряным и очень нежным. Посмотрите, какая получилась красота. Я вам сейчас покажу, как оно легко и нежно нарезается. Посмотрите, вот так вот оно нарезается. И вот таким вот сало получается внутри. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления сала, и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!